Дайте интервью, молодой человек. Нет. Почему? Что вы думаете по поводу погоды? Она за окном. Прекрасна. Неправда, там без нет шашлычков. Солнца. Да и нету ни шашлычков. В том-то и дело, что огонь, который будет исходить из этого чудного, дивного мангала, будет согревать. А отсутствие солнца позволит не сжариться. Баланс температуры. А у вас есть возможность выехать на шашлыки? Да. Куда? В Филевский парк. И с кем? Серебряный Бор, например. Кстати, недалеко. И с кем вы туда поедете? Да у меня тут есть парень, который может подогнать компанию. Это какой парень? Ну, он, кажется, сейчас пиздели получил. Вернулся недавно. Он был просто специалистом по компании. А вам самим не страшно, молодой человек? Ну, вы же на камеру ничего делать не будете, да? А я здесь при чем? Я вас просто интервью беру. Ну вот я там и спрашиваю. Что ж ты снизу вверх меня снимаешь? И так жирный, и еще и вытянутый. Да нет, на самом деле, со своей возлюбленной мы съездим. У вас нет никого. Давай. В смысле, вы кого-то сейчас обнимали, а там не было никого? Ты на самое ценное давишь, скотина. Вот. Войти, вошайчик, взять мангальчик, шомпу, ремесца, пойти, пора. И что, ты все сам один понесешь? Ты видел мою бабу? Она меня дотащит. У тебя нет никого. Тут нету, а видеть надо. Вообще, бой-баба у меня, классная. Где взял-то? Не страшно? Нет, не страшно, это удаляется. Ладно, Грош, давай, правда, собираться. Нет. А, вот, видишь, спалился. Вась. Ну, бой бабы, значит, спалился. Фокусировка стоит прямо на твоем животе. Мне кажется, там чужой сейчас вырвется. Подвела пуговка. Надо было ниже, там волосатей. Хорош, правда. Ой, как это выключить-то теперь?